Надеюсь, тебе так же весело, как и мне. Я пошутил, разумеется. Я тебя ждал.
Смотрю, все мы любим пользоваться глазами. Глаз, чтобы увидеть путь. Глаз за знание. Глаз за глаз.
это ты. Что я здесь делаю? А ты как думаешь? Не поверишь, двергров уважают за их мастерство во всех 9 мирах. Мы нашли способ путешествовать в свое удовольствие повсюду. Ну, кроме Асгарда. Один запретил. Не с той стороны! Это у нас однажды. Нажми.
Обнажми. Это у нас что? Сюда. Но как ты... Ладно, смертный, я расскажу тебе то, что ты хочешь знать. Сейчас Локи в Асгарде. Пока асы сражаются на Радужном мосту, он за их спинами готовит их погибель. Он создал связь, но в Асгарде тебе его не поймать. Если хочешь встретиться с ним снова, следуй вдоль корней Игдрасиля до Муспельхейма. Царство огненных великанов. Локи сговорился с их владыкой Суртом, и они вот-вот начнут второе вторжение, которое уничтожит Асгард, а потом и само мировое древо. Да, через Локи огненные великаны заключили союз с ледяными, и йотуны с эльдьотунами. В его жилах тоже течет кровь йотунов, поэтому он надеется в конце стать их владыкой. Но он глупец, ослепленный завистью. Рано или поздно они уничтожат друг друга и все вокруг.
смертный. Ты стоишь перед источником судьбы. Мы, Норны, видим все, что было, что есть и что будет. Судьба этих миров была изменена. Конец может наступить скорее, чем мы ожидали. Мы придем нити судьбы. Но то же делаешь и ты, и все остальные, хотя они об этом не догадываются. Узнай, что тебе выбор сделан. Добро пожаловать, человечек среднего размера.
You have no more room. You cannot open the door at this time. You can't carry any more.